Марина Матвеева. Марина Матвеева даже на 0,03 обошла на 1000 метров Полину Мухарчеву. В общем, вровень идут спортсменки по 3-й и 5-й воде. Ну и держится, продолжает борьбу. Анастасия Лебедева, спортсменка легкого веса, уже чемпионка России этого года в двойке парной легкого веса. Поэтому и сейчас борется за подиум по девушкам в абсолютном весе. Да, но также можно добавить, что Анастасия Лебедева является финалисткой Олимпийских игр в Токио. Совершенно верно, Сергей. Какой ты молодец. Вот не зря проводишь время заслуженным мастером спорта. И вот впитываешь все как губка, всю информацию полезную. Большой молодец, Сергей. Итак, у нас к отметке 1500 метров сейчас будут подходить участницы главного финала Кира Юбченко. Эта спортсменка просто невероятная. В этом году просто у нее фурор. Она абсолютная чемпионка большой московской регаты. Одержала победу в одиночке, двойке и четверке. На играх БРИКС также одержала победу в одиночке, двойке парной и четверке парной. То и здесь она стремится к своему третьему золоту чемпионата России 2024 года. Невероятный результат, дорогие друзья, и свидетелями этого мы с вами станем. Ну а буквально, борьба, конечно, невероятная идет за подиум, за призы, конечно. Мы видим 500 метров, третьи и пятые воды. Сейчас ведут борьбу. Марина Матвеева по-прежнему опережает Полину Мухарчеву, идущую на третьей позиции, но опережает буквально на одну секунду. На одну секунду. И сейчас, в принципе, даже Анастасия Лебедева имеет шансы попасть. Она сейчас на четвертой позиции. Имеет шансы попасть на подиум, если она сделает такой же невероятный финиш, как в малом финале у мужчин. Представитель Нижегородской области Данил Лугаянов сделал финиш. Помнишь, да? Итак, смотрим, дорогие друзья, уважаемые болельщики. Можно сейчас чуть-чуть подкричать, если есть представители, болельщики Москвы, Республики Татарстан, Московской области. Включайтесь, давайте подбодрим наших финалистов. 200 метров остается. Кира Юрченко по-прежнему лидирует в этом заезде. Приличное такое преимущество здесь. Вот она, поддержка. Поддержка с берега. И вот велосипедисты, смотри, тренеры на велосипедах едут, кричат, поддерживают. Кричат, но мы, Сережа, им мешаем. Давай чуть-чуть помолчи, дадим возможность. А мы с моим соведущим Сергеем Медведевым дали возможность немного помолчать для того, чтобы спортсмены на самом финише услышали какие-то слова поддержки, подбадривания от своих тренеров, которые сопровождали этот заезд. Заезд и Кира Юрченко, дорогие друзья, трехкратная чемпионка России по гребному спорту 2024 года. Блестяще провела свой сезон Кира Юрченко, одержала победу практически везде, где участвовала. Ну и мы также поздравляем Марину Матвееву и Полину Мухарчеву с пьедесталом. Да, серебро у Марины Матвеевой и бронза достается представительнице Республики Татарстан Полине Мухарчевой. Дорогие друзья, мы также поздравляем Анастасию Лебедеву с четвертой позиции. Ну, я потому думаю, что мы видели, что перемещались по дистанции девчонки, была заруба. Ну и, конечно же, да, приветствуем также всех финалистов. На самом деле это большое достижение, потому что это чемпионат России, Кубок Олимпийских чемпионов, АКАП 2024.